Проблема незаконного ввоза и выброса грунта стала причиной масштабного рейда, в котором приняли участие представители районной администрации, народной дружины, а также надзорное ведомство и экологи. Инспектирующая бригада побывала в трех местах, где был ранее замечен незаконный выброс грунта и строительного мусора. Мы сегодня провели рейд по Ленинскому району, выявили факты незаконной засыпки грунтами, строительным мусором. По всем выявленным фактам мы возбудили административное дело, в рамках которого мы проводим расследование. Всех виновных привлекут к административной ответственности. Из этих рейдов хочется увидеть результат такой, что все нарушения будут устранены. Не то, что зафиксировали, выдали предписание, а именно о том, что предписания данные будут выполнены, и нарушители вернут все в исходное положение. То есть уберут грунт с водоохранной зоны реки, и мы увидим, что река останется на месте, что грунт в нее не поплывет, не будет загрязнений, не будет других негативных последствий. Подобные свалки наносят вред экологии, особенно в местах водоохранных зон. Экспертам предстоит оценить причиненный ущерб окружающей среде.